Такого еще не было. Театральная Россия обсуждает триумф Екатеринбургского оперного на фестивале «Золотая маска». Наши артисты оставили позади главных соперников, столичных коллег, в том числе из Большого и Мариинки. Уральские постановки были признаны лучшими в 4 из 6 номинаций. 4 маски – это не просто хорошо, это победа. Это не просто восторг, это не просто радость, это гордость, потому что театр долго шел к такому успеху. Театру очень важен такой успех, потому что мы действительно много и продуктивно работали. Так, спектакль «Вариации Сальери» признан главным балетом 2013 года, а его создатель Вячеслав Самодуров – лучшим балетмейстером-хореографом. Триумф празднует и исполнительница главной роли – прима Елена Воробьева. Роль первой скрипки досталась и главному дирижеру оперного Павлу Клиничеву. За «Золотой маской» ему пришлось подниматься из ямы – оркестровой. Он дирижировал на церемонии. Как отмечают критики, тон современному балету уже давно задают екатеринбургские артисты. Сейчас хореографы готовят очередную премьеру – спектакль «Цитаделька». Его премьера назначена на конец июня.